Мы сегодня говорим о том, как можно заработать в ритейле. Мой следующий гость — Анатолий. Анатолий, традиционный вопрос, как настроение? Отличное настроение, все прекрасно. Вижу, что все сегодня пребывают действительно в таком приподнятом и бодром духе. Рассказывайте, какую компанию представляете? Компания 1С Франчайзи Виктория, являюсь руководителем оптово-розничного направления, именно автоматизация оптово-розничного сегмента. В какой момент мы понимаем, что процессу необходима автоматизация? Как я должен, ну, грубо говоря, по каким поинтам я должен это понять? Ну, не знаю, вы генеральный директор какой-то, хотите запустить, открыть свою новую компанию, какой-нибудь розничный магазин, и вы не знаете, с чего начинать. Соответственно, вы можете обратиться в нашу компанию, мы вам расскажем, что вам делать, допустим, если вы являетесь там продавцом какого-нибудь обувного магазина. Соответственно, для автоматизации у нас уже запустились проекты по автоматизации такого бизнеса и, в частности, маркировки. То есть мы, компания, можем предоставить полный пакет услуг по автоматизации там розничного оптового бизнеса, по автоматизации маркированных продукций. То есть у нас уже стартовала маркировка там шуб, недавно стартовала маркировка табака, с 1 января маркировка лекарств, в марте маркировка обуви. Мы можем предоставить в одном окне весь спектр от регистрации в системе честного знака, настройка учетной системы, установка учетной системы и настройка полноценного обмена от А до Я. Какие значимые события произошли в вашей компании в 2019 году? Может быть, какой-то значимый контракт или расширился круг постоянных клиентов, покупателей? Ну, расширяется круг покупателей. Также были успешные проекты конкретно по маркировке продукции, поэтому всех просим, обращайтесь, всем поможем. Планы на 2020 год. Традиционный вопрос, который задаем также всем. Помогать всем нашим клиентам все больше, лучше и лучше. Сколько компаний должно к вам присоединиться, чтобы вы сказали, что год действительно будет успешным? Пару тысяч. Пару тысяч компаний. Пару тысяч компаний. Отличный план, оптимистичный, самое главное, вполне достижимый. Что можно, в принципе, пожелать ритейлу и всей отрасли? Ну, наверное, всем успехов в начинании и в этом нелегком времени. И самое главное, побольше кэша и денег. Мне кажется, это действительно очень важно. Спасибо. Хотим сказать спасибо нашему гостю. Давайте действительно присоединяться и делать наш бизнес осознанным и успешным.